Так, вопрос, да. Тут играют ваши молодые люди. Да. Скажи, пожалуйста, каждый из вас, что бы хотел получить подарок на 14 февраля от них по секрету? Мы? Да. Ой, можно Бентли, пожалуйста? Кого? Бентли. Бентли, да? Хорошо. Небольшой букет роз. Хорошо, тебе вопрос. Скажите, пожалуйста, еще, ну, вот вы как бы девушки-футболисты, да? Скажите, пожалуйста, что такое офсайд? Знаете? Офсайд. Попробуйте, по очереди. Ну, просто офсайд это... Я забыла. Я знаю, что такое хэт-трик, но я не знаю, что такое офсайд. Ну, это по-моему там, где, ну, за поле, там, нельзя забивать гол или нет? Это что-то было, связано возле вратаря, наверное, офсайд или нет? Ну, я просто, как бы, потом правильный ответ получите, а так, офсайд это еще по очереди, каждый. Офсайд нет, это... Нет, давайте так, не знаю. Офсайд это... Ну, это территориально, потому что нельзя гол забивать. Да. Хорошо, спасибо. И скажите пожелания вашим ребятам. Чтобы они выиграли. Чтобы выиграли, да? Да. Не лучше. Так они выиграют и так. Хорошо, спасибо вам большое. Нет,